После того, как YouTube сошел с ума, я тоже решил сойти с ума. Не, на самом деле, по факту, алгоритмы YouTube наконец-то стали работать нормально, и я получил заслуженные просмотры. Ну и к тому же, как я узнал по поиску из YouTube, я первый, кто снял все концовки 6-го Far Cry. Да, я серьезно, первый в России. Кстати, да, всем привет, кто пришел на канал недавно. С вами Евген. И когда-то давно... Пока меня не испортили люди, окружающий мир и все остальное, я был одним из тех людей, который снимал игры быстрее всех, да. И знаете, я настолько сошел с ума, что решил снять все концовки всех Far Cry. Да я же умный человек и не буду запускать первый и второй Far Cry, к тому же у меня к ним сохранений уже давно нету. Первый Far Cry вообще никогда не проходил, второй проходил очень много раз, еще в лет в 10-11, третий, четвертый, пятый все проходил. Какие-то несколько раз, третий несколько раз проходил, пятый тоже. А вот четвертый один раз, надо бы это на стримах исправить. В общем, решил я, что все концовки 6-го Far Cry это мало. Я сошел с ума, у нас будет концовки всех Far Cry вообще, всех, которые когда-либо вышли. Окей, кроме, наверное, Blood Dragon и Юдона, я думаю, вы не особо хотите видеть эти концовки в любом случае. Потому что я просто задался этой идеей, понимаете, я не мог выкинуть ее из головы уже несколько дней. А еще я не мог выкинуть из головы несколько дней, что... Слушайте, сколько много новых у нас людей, ребят. Всем привет, кто пришел недавно, я очень рад вас видеть. Так что давайте уже к концовке посмотрим, поностальгируем и скажите, какая концовка из вот этих всех вам больше всего нравится. Мне четвертая и пятая часть. Четвертая за необычность, просто действительно оригинальный Far Cry был. Пятый за... Мне нравится вот религиозная тема, я ходил в протестантскую церковь, поэтому мне все, ну мне это близко, мне это нравится. Третий Far Cry, нет, игра хорошая, лучшая в серии. Но вот концовка, не знаю, нет, ну не цепляет так как четвертый и пятый. А вы что думаете? Ну шестая, кстати, хорошая, про шестую часть мы еще поговорим, про нее будет отдельное видео. Давайте уже концовки смотрите. Нет, слышишь? Попробуй понять, я послан ими. Они всегда наблюдают. Этого не изменить. Как изменишь будущее? Возможно, никак. Но я позабочусь, чтобы тебя в нем не было. Глупый ублюдок. Вот так. Почти готово. Дай-ка мне портфель. Все здесь, отлично. Пригодятся. СНС и фронт все еще гоняются за гражданскими. Думают, сумеют всех перебить или затащить обратно. Теперь будут умирать только виновные. Я заложил динамит вон там, у выступа скалы. Детонационный шнур применить не получится. Один из нас должен будет подняться туда и подрубить взрывателя по аккумулятору. Обвал перегородит дорогу и не даст солдатам догнать беженцев. Ну и убьет беднягу, который его вызовет. То есть тебя или меня. Второй отвезет эти алмазы на границу, подкупит охрану, так что проблем с проходом не будет. Гражданские сегодня соберутся в лагерях до последнего засранца. Когда сделка будет завершена, этот человек, ты или я, прострелит себе голову. Я бы сделал все сам, вот только времени нет. Лучший вариант действий — продумать все сначала до конца. Каждая раковая клетка должна быть уничтожена, включая тебя и меня. И если не доведем дело до конца, все пойдет прахом. Фарс начнется сначала, как всегда. Так что выбираешь, алмазы или динамит? Решать тебе. Отличный пистолет. Никогда не клинит. Один выстрел. Все, что тебе надо. Ты ведь на последней стадии, как и я. Но мы можем сами поставить точку. Ну, я думаю, мы теперь доберемся до убежища. Это мирная зона. Но ради тех, кто остался снаружи, я надеюсь, у тебя есть еще какие-нибудь идеи, помимо этого своего плана? Любой, кто приблизится к периметру с оружием, будет считаться...
Следуя друг за другом, более 2 миллионов человек бежало в соседние страны. Гуманитарные организации отмечали удивительно малое число жертв среди гражданского населения. Это объяснялось стараниями подпольного движения, спасавшего свой народ. Уцелевшая верхушка СНС и АФО вспоминала временное правительство, пытавшееся восстановить порядок в раздробленной стране. Попытка не удалась, страной по-прежнему правит анархия. Репортаж Рубена Алубагэмби о событиях войны были проигнорированы новостными агентствами. Он собирается самостоятельно публиковать его в личном блоге. Лично Шакова стоит загадкой. Официальный лиц заявляет, что он был убит в ходе конфликта, и вот его найдено не было. Или динамит, решать тебе. Ты знаешь, куда идти. Через час я буду мертв, и ты тоже. Африка снова побеждает. Просто чтобы вы понимали, различий нет никаких. Вообще, кроме вот вашего действия, что вы либо относите алмазы, и либо взрываетесь с этой бомбой, и все, нет отличий. Я начну сразу с выбора концовки. Тут есть 4-минутное вступление, которое я оставлю на финал ролика, если вам будет интересно, посмотрите. Почему ты уходишь? Ты больше не будешь воином и героем. Твои друзья разъедутся. У них будут дети, скучная жизнь. Останься. Джунгли навсегда станут твоими. Ты всегда будешь королем. Если их не будет, тебе не придется уходить. С насилием покончим. Все. Хватит крови. Джейсон, посмотри на меня. Будь со мной. Они тебе не нужны. Твоя сила в тебе самом. Джейсон, я люблю тебя. Джейсон, что ты делаешь? Цитра спасла меня, спасла всех нас. И ты отвергаешь ее любовь? Я люблю тебя. Не бросай меня. Мне жаль. Что я наделал? Цитра! Цитра, пожалуйста! Не бросай меня, Цитра! Цитра, прости меня! Цитра, пожалуйста, нет! Не бросай меня! Убил столько людей, чтоб не терял счет. Я не могу забыть об этом. Я монстр. Я чувствую гнев внутри себя. Но я спокоен. Где-то внутри меня есть что-то. Что-то лучшее. Нет, Джесс, прошу. Прошу, Джейсон, нет, пожалуйста. Джейсон. Готовьте татау. Ракет снова возродился. Идеальный воин пришел и занял место трусливого Васса.
нами! Освободим же его дух ради будущего нашего народа! Все кончено. Обними. Ты совершенство. Лучший среди своих. Наш ребенок возглавит Ракхит. Обрушь ярость на тьму. Ты воин. Умри воином. Ты победил. Это самое вступление. Рада, что ты вернулся с победой. Эй! Куда ты уводишь его? Я помогаю тебе. Взгляни на себя. Большой, сильный, могучий. Зачем тебе становиться тем, кем ты был? Сейчас. Ты совершенен. Это моя вина. Я дала тебе уйти с этой ношей. Путь освободил тебя, но очищение не завершилось. Не понимаю. Я люблю тебя, Джейсон. Но ты не даешь мне отдать всю любовь. Я знаю, как это тяжело. Мне больно смотреть, как ты страдаешь. Цетра! Я лишь хочу помочь тебе. Любить тебя таким, какой ты есть. Боготворить того, кем ты стал. Скоро все закончится. Я отведу тебя на алтарь, и ты освободишься от прошлого. И тогда... Я твоя. Иди по пути воли. Лишь сильнейший выживет. Ты могуч, как и те, кто был до тебя. Наши забирают людей, но не возвращают. Лиза? Боже, какой ты воин! Воин, ты стрелял базу в спину! Сильный воин, ты заслуживаешь последнее татау. Все они падут к твоим ногам. И ты таскаешь все это оружие, и у тебя все эти жуткие тату. Думаешь, ты воин только потому, что у тебя тату на руке? Я обожу их, Джейсон. Я твоя. Мы все твои. Это... Ты живешь в мире фантазий. Я все это сотру. Все это... Дойди до конца, иначе все, чего добился, все татау, все, что сделал на острове, будет стерто. Ты уже готов, воин. Вот твой клинок. Прошу, 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 Джейсон, нет, нет.
Как это мило. Завидное терпение. Я прошу прощения, что заставил ждать какие-то террористы, что ли. Крабовый рангун? А? Он... Прекрасен. Ну, ладно, в путь. Дома. Знаешь, странно, что матушка поручила тебе вернуть ее прах сюда, на родину. Спасибо, Камран. Ты зовешь меня с собой? Боже, Аджай, конечно, зову. Пепел сам себя не развеет. А мать рассказывала тебе об отце? Никогда. Махан, предводитель Золотого Пути. Та еще сука. Твоя мать должна была лечь под меня. Но пришла любовь, дочь родилась. Тут у Махана крышу и сорвало. Вас с матерью он выслал из страны, а твою сестру, Лакшману, вообще убил. Лакшмана не должна быть больше одна. Я рад, что семья снова в сборе. Прошу. Так, воспоминания, понятно, в память его. Вот этой женщине, его матери. Ну, танк? Вот. Что, полегчало? Попустился? Супер. Может, теперь мы наконец доберемся до чертовых пушек? Входи. Прости, что так скромно. Я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Но сначала вопрос. А с кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери, или с психом, который убил всех, чтобы добраться до меня? Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу: присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут. Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка. Я стоял здесь. И что же я тогда сказал? Да, побудь здесь. Попробуй этого краба. Не уходи. Я скоро вернусь. Так, если бы ты послушал меня и подождал, мы бы отправились сюда вместе и довели дело до конца. Очевидно, это второй вариант. Псих, который меня не слушает и, подобно прочим мартышкам, кидается собственным дерьмом. Но знаешь... Начнем-ка сначала. У тебя есть два варианта. Раз, ты убьешь меня. Тоска. Два, мы с тобой ужинаем, а потом отправляемся развеивать прах твоей матери вместе. Решай. Ну, кого ты убил? Амиту, Сабала. Я и так это знаю. Но все же хочу услышать от тебя.
Иди в пень. Мальчик мой, ты и глазом не моргнул. Что ж, ты понимаешь, что без боя отдаешь свою страну, да? Она всегда была твоей, Кират твой. И в первую очередь я хотел донести до тебя эту мысль. Но ты можешь ее вернуть. Полдела сделано, еще одна смерть и все. Нет, я не вынуждаю. Но отрадно знать, что ты не спасуешь, если припечет. Что ж, думаю, ждать нет смысла. Пойдем. И маму захвати. Пойми, мальчик, эта урна – все, что осталось от того Аджая. Аджая Докера. Развеешь этот прах и отрежешь себе все пути к отступлению. Вот так. И что теперь? Думаю, ты теперь поступишь, как я. После того, как Мохан убил Лакшман. Ах да, ты же не знал. Да, твой отец убил твою сестру, а твоя мать в отместку убила его. Я просто продолжил ее дело. Сколько людей я убил ради них. Но потом я понял. Смерть Лакшманы была лишь поводом, как и эта урна с прахом. Поводом, чтобы делать все, что захочется. И да, мне это нравилось. Ну... наконец-то. Я бывал тут один раз и вошел внутрь нормальным человеком, а вышел таким. Но ты... ты выйдешь королем. Вперед! Делай то, что должен. Оставить все как есть. Все, уходим. Ты чего удумал? Вы что творите? Вы что нахрен творите? Шериф, вернитесь! Заткнись и слушай! Наденешь на него наручники. И нам всем конец, ясно? Я вас всех арестую! Ну, с Богом. Не судить.
Однажды не судимы будете. Не осуждайте. И не будете осуждены. Прощайте. И прощены будете. Возьми своих друзей, дитя. Иди. Эй, пойдем. Что? Вы что творите? Шериф! Садись давай. Я не уеду. Хадсон, садись в тачку. Вы совсем рехнулись. Быстро садись в тачку. Порой разумнее просто оставить все как есть. Пошли. Сэр, вы меня простите, но... Что за хрень? Нельзя бросать людей. Никто их не бросает. Мы едем в Мизубу за Национальной гвардией. Мы обрушим на это чертово место молот правосудия. Нет. Я в этом не участвую. Ты сам все слышал? Ты сделаешь то, что тебе скажут, брат. Чего? Зрение. Несправедливость. Любой выбор выдает твой грех. Иоанн ошибся. Твой грех не гнев. Ты скорее дашь миру сгореть, но не переступишь через свою гордыню. Агнец снял шестую печать, и страшно затряслась земля. И почернело солнце, а луна стала кровавой. Прости их, отец. Ибо не ведают, что творят. Когда Агнец снял седьмую печать, смолкло все на небесах. И семи ангелам, стоявшим перед Богом, дали семь труб. И сразу гул, гром и молнии. И затряслась земля. Иосиф Сид, вы арестованы. И я услышал голос, который сказал ангелам: идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Все кончено, дитя. Господи! 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 Когда спасем. Пикап! Ну! Нужно валить отсюда! Ну! Ну! Живо! Хадсон, ты назад! Поехали! Залезай внутрь! Он был прав! Да заткнись ты! Я это знал! Я так и знал! Эй, валим отсюда! Ну, давай! 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 Внимание! Это система экстренного оповещения. Найдите укрытие. Найдите укрытие. Тревога неучебная. Повторяю, тревога неучебная. Ты слышишь это? Значит, политиков заставили замолчать.
Значит, корпорации уничтожены. Значит, благодатный огонь очистил этот мир. Но главное... Значит, я был прав. Коллапс наступил. Мир, который мы знали, погиб. Как долго я ждал. Как долго я ждал, пока пророчество, переданное мне Богом, исполнится. Я подготовил к этому свою семью. А ты ее отнял. Тебя следовало бы убить. Но ты все, что у меня есть. Ты моя семья. Когда мир будет готов родиться заново, мы выйдем на свет. Я твой отец. А ты мое дитя. Вместе мы отправимся к вратам Эдема. Несмотря на трагедию, компания обещает, что скоро ее таинственный парк отдыха будет открыт для всех. И к другим новостям. Война в Яре окончена. Президент Антон Кастильо объявил, что Клара Гарсия, лидер террористической группы «Либертад», была убита бойцами спецназа. Мир охватывает пандемия, и федеральное правительство может ввести общенациональный карантин. Ну а пока, как насчет чего-нибудь повеселее? Тысячи трупов. Мой город в огне. Ты разрушила мечту о рае. Я и мой сын — это все, что отделяет тебя от власти. Я не диктатор. Ложь. Ты не Клара. Яра горит, а выборы никак не потушат пожары. Мне было столько же, когда... Повстанцы убили моего отца. Не думал, что тебе придется пережить то же самое. Прости, Диего. Ты мой лев. Я делал все возможное, чтобы ты стал сильнее. Ты не убьешь его! Он все равно умрет! Последний урок, Михо. В жизни лишь одна вещь всегда будет истинна. Ты знаешь, какая? Смерть. Си. Защити его от своих друзей. От чудовищ. Хорошо. Обещаю. Ложь. Диего! Нет! Все будет хорошо. Не шевелись, Чамако. Все хорошо, Дани. Молчи. Чувствуешь? Это запах победы, мать ее! Твою мать, Хуан! Он ранил Диего! Ты это серьезно? Забудь про пацана! Пошел ты, он умирает! Не задело сердце, Дани. Он еще дышит. Готовое, не знаю. Много крови.
Двигайся, Дани, мы идем. Ну же, Диего, не умирай, Чамако. Все хорошо. Все хорошо, Дани. Тебе повезло. Нет, нет. Отойди! Фартовая, ну что? Шш. Не хотела это говорить, но... Что нам теперь делать? Яре нужен лидер, пока мы сидим без выбора. Лишь одному из нас я доверяю. Не говори, что себе. Яра твоя, Дани. Ло сьенто. Нет, не моя. Я не политик в этом. Шарила Клара. Может, ты еще. Мы здесь лишь потому, что не ждали, пока кто-нибудь другой решит за нас все наши проблемы. Когда тирания закон, революция порядок. Да куда это? Яра ваша. Не облажайтесь. Запавших героев. За ее Яру. Знаешь, Дани, выборов-то не будет. У Кастильо много друзей, которые этого не хотят. Хочешь поохотиться? Я как будто смотрю в зеркало. Если уж повстанец, то на всю жизнь. Я тебе рассказывал, как Сантос тайно отправил меня в Уганду, чтобы я украл для него сраную зебру. Да. Зебры жутко злые, но меня это не остановило, а раззадорило. Ya no esté con nosotros, nuestro guerrero ya nos dejó, pero ya sembrado. Либертад благодарит за поддержку. У меня хорошие новости. Наш запас Вивиро утроен. Так жаль этого паренька Кастильо. То, что устроил его папочка. Просто жесть. Трагедия. Знаешь, есть просто больные на голову люди. Ну, отбитые психи. Ну что, увидимся? О, в этом не сомневайся. Да.